Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 703, тема «Смерть». Правильно ли, что покойнику в гроб кладут пояс «Живые в помощи»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Какое назначение этого пояса? Надежда на то, что это поможет избавиться от гнева Божия за беспутно прожитую жизнь? Ни слова нигде в Писании об этом нет. Книга Иова 1.21. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Книга Екклесиаст 5.14. «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». Все, что бы не клали во гроб, уже будет вопреки этих мест Писания. Язычники, более последовательные, вместе с князем, с ханом, резали в дорогу ему лошадей и жен. Особенно пышно снаряжали в дорогу египетских фараонов. Как нам смешно читать о них, может быть, так же смешно было бы для первохристиан смотреть на нас, карикатуру на настоящих христиан, карликов-христиан. Книга Екклесиаста 11.3. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь».